Rainbow English, учебник, 4 класс, 2 часть. Юнит 5, степ 3 и упражнение номер 6. Итак, у нас новые слова. Читаем, переводим, затем делаем задание B. Первое. Cheese – сыр. Ну, многие его и так знали. Corn flakes – кукурузные хлопья. Ham – ветчина. Porridge – каша. Sugar – сахар. Cream – сливки. Bacon – бекон. Fridge – холодильник. Теперь B. Нам нужно определить, что это. То есть у нас будет описание продукта или предмета. И нужно догадаться, какой же из вот этих слов здесь как бы о нем рассказывается. You eat it hot, usually for breakfast. They say it is good for you. Many children don't often like it. Ты ешь вот это дело, да, то есть его или ее горячий, обычно на завтрак. Говорят, что она хороша для тебя. Многие дети не часто любят ее. То есть о чем речь из того, что здесь представлено? Скорее всего, это все-таки porridge. Но давайте я рядышком буду, значит, здесь записывать. То есть напомню, porridge – это каша. Затем номер 2. You eat them cold, often with milk or yogurt. Sometimes they are sweet, and sometimes they are not. Ты ешь их холодными, часто с молоком или йогуртом. Иногда они сладкие, а иногда нет. Речь идет о cornflakes, то есть о кукурузных хлопьях. Третий. You put it in your sandwich. Its color is light yellow. You usually have it for breakfast. Ты кладешь это, ну, его, ее в твой сэндвич или бутерброд. Цвет у него светло-желтый. Ты обычно ешь его на завтрак. Ну, речь о сыре. Cheese. Четвертое. You put it in your sandwich too. Its color is pink. You can put it into salads too. Ты кладешь это в твой бутерброд тоже. Его или ее цвет розовый. Ты можешь положить его в салаты тоже. Так, ну это у нас ветчина, скорее всего. То есть бекон, да? Ветчина именно. Так, ham номер 4. Пятый. You usually eat it hot with eggs. It is good for breakfast, but you can also eat it in the afternoon and in the evening. Ты обычно ешь его горячим с яйцами. Он хорош на завтрак, но ты также можешь съесть его днем или вечером. Ну а вот здесь уже говорится о беконе. Bacon. Шестое. It's white in color and has a lot of fat. You can drink it or add it to your tea or coffee. Он или она белая, ну ладно, сразу скажу, тут вообще они на самом деле. Или давайте как переводить, раз загадка, это белая по цвету и у него много жира. Ты можешь пить это или добавлять это в твой чай или кофе. То есть речь идет о сливках, cream. По-русски это вообще будет они, да? То есть они белые, они там такие-то. Ой, секунду. Так. То есть здесь у нас идет номер 6, это cream. Семерка. It's very sweet and usually white in color. Men, women and children often put it in their tea and coffee or in the porridge. Так, секундочку. There is a lot of it in any jam. А, все, поняла. Тут, думаю, уже перепутала. Итак, переводим. Он, ну, то есть это очень сладкое и обычно белое по цвету. Мужчины, женщины и дети часто кладут это в их чай и кофе или в кашу. Вот этой штуковины много в любом
джемель в любом варенье. Ну, вот здесь речь о сахаре, то есть sugar. Номер 7 – это sugar, сахар. И восьмерка – it's a big box for food. You can see it in the kitchen. In America, its name is an ice box. Это большой, ну, скажем, короб или коробка для еды. Ты можешь увидеть эту штуковину, да, его на кухне, и в Америке его название icebox. То есть это последний ваш fridge, холодильник. И смотрим, что получилось.